Итак, добрый вечер. Перед нами тренер вратарей футбольного клуба «Слован Либерец» Марек Чех. Марек, добро пожаловать в Анталию. Как вам, по-вашему, прошли сборы? Как вы оцениваете эти сборы? Я могу сказать, что вот эти сборы нам очень повезли. Хорошая погода, хорошие условия, хороший отель. Недалеко от отеля очень хорошее поле. Я могу сказать, что для нас очень хороший сбор мы провели здесь. Марек, если оценивать от 1 до 5, какую бы вы оценку поставили отелю и в общем организации сборов? Ну, самое лучшее 5 или 1? Самое лучшее это 5. Спасибо огромное, Марек. Ждем вас в следующем году.